Здравствуйте, Удис. Это видео про ваш хвостовичок КПМ с одуванчиком. Я запрограммировал все диафрагмы от 3,5 до 22 и фокусное расстояние 135 мм. Обязательно посмотрите на моем канале YouTube видеоинструкцию, как правильно вставлять и как вынимать переходничок КПМ с одуванчиком в камеру из камеры, чтобы не повредить одуванчик. Вот он, ваш одуванчик на КПАН. Сейчас я это все упакую. Также смотрите на вашей почте. Я сейчас вам вышлю комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на объективах типа Юпитер 37А и других. Также хочу обратить ваше внимание, что сначала лучше научиться вставлять КПН с одуванчиком и вынимать из камеры без накрученного объектива, вот, чтобы вы почувствовали усилия, чтобы не сломать одуванчик, и тогда все получится. Спасибо за внимание.